Anti-Майдан YouTube. Горит рынок. Киевский район. Кругом дым. Как сообщили ополченцы, здесь при повторном ударе миномета погибло двое ополченцев. Количество мирных жителей убитых уточняется. Сейчас вот мы бежим в бомбоубежище. Потому что здесь непрекращающийся огонь. Что там, стреляли? Соседний дом с рынком. Снаряд прям в крышу улетел, да? Ну да, сейчас полезем на крышу. Сейчас посмотрим там. Вот это крыша жилого дома теперь. Опять бомбят. Вот прямые попадали. Перекрытие. Прямых попаданий сюда попало, железобетонное перекрытие, и в одну сюда попало. Там горит рынок. Мы называем его Путиловский рынок. Там, говорят, есть жертвы. Да, там погибли люди, говорят. Но мы точно не знаем, но говорят, что там погибшие есть. Вот. А вы долго в пол здесь находитесь, в подвале? Пятый час бьют, нам не дают выйти даже воздухом, а я сердечница. Господи, да что ж это такое? Да что ж він зверний людина? На що ж він так нас страдает? Вот он как раз не человек, он зверь. Ой, Порошенко зверь, тварь. Ой. Тварь последняя. Або ж ми послали хлопці йому. Да, нехай би він подивився, як люди страдають. Нам по 8-му десятку. Там нас подвала немає, там конура собача. Ой. Ось дивися, оце в нас такий підвал, у нас нема підвалу, у нас дом старий. Осторожно. О, бачите який, оце бачите що, оце ми тут сидимо. О. Я знаходився в це время в квартирі, коли почався обстріл. Я був прихожий, вот. Поэтому мене ось це якраз і спасло, тому що стекла, ну, розлітались, осколки. Подарки по... Порошенко. І осколки, я, правда, вже вибросили, осколки теж прямо в кімнаті були. Это да, получается где-то часов 5 или 6 уже стреляют по... Уже вот 6-й час, да, они, да, нас, да, бьют. Вот эти мы, да, за это время вышли. Хорошо одно то, что в нашем доме никто не пострадал, все живы и здоровы. Живы, вот здоровы. Это самое главное. Школа номер 58. Здесь, говорят, погиб 15-летний ребенок. Детский садик. Ямочку одну здесь заотерапируйте, которая вот эта, она одна натворила сразу делов. Надо, чтобы люди мирно жили, а не уничтожать их. Люди в подвалах живут. За що ми так жили у своєму місті Донецьку, щоб вот так вот нас збивали, щоб нас убивали? Пусть Порошенко своїх внуків сюди посадить на наші міста. Доблесна Україна. Правду ніхто не говорить за Донецьк. Там не показують. Бігом! Сюди, сюди, подвал. Сюди. Валят все на Россию. Мы братья, мы славяне. Как мы должны... И, во-первых, ну как люди должны убивать друг друга? Что, мы для этого рождались на белом свете? Чтобы богатые свой бизнес... Это самое... Это же богатые делят свой бизнес.
И вот сейчас выборы намечаются, вот уже на самом деле, посмотришь телевизор, все на это самое, хотят имидж себе заработать. Вот мы победим, мы победим, мы победим. Ну, это, ну, я имею в виду с Киева, например. Кого побеждать, это самое. Тут, ну, пока мы были в подвале, вот сюда как раз-таки вот этот свист, это вот в этот дом прилетел снаряд.